Всем привет. Вот я сегодня приехал в город. Немножко погуляюсь, так и вам покажу сейчас город. Сегодня вам буду показывать третий микрорайон. Покажу вам третий микрорайон и 41 квартал. Потом дальше еще пойду. Ветер поднялся просто. Сегодня так у нас прохладно, ветер еще поднялся. Буду показывать третий микрорайон 41. Первый квартал покажу, потом вниз в парк спущусь и еще, наверное, покажу вам еще на второй микрорайон тоже покажу, до того зайду. Где буду гулять, буду показывать вам, снимать, показывать вам, что горит. Сейчас вот в такой парке сижу, он между третьим микрорайоном и 41 квартал. Сейчас вам покажу. Вот через дорогу третий микрорайон. Все это вот эти здания знают. А вот сейчас вам покажу, а с правой стороны этот 41 квартал, вон там за деревья, такой вот здесь парк. Вот такой парк между 41 кварталом и третьим районом. Что стою, немножко уже холодно здесь. Сейчас иду третьим вот туда, третьим районом поснимаю. Там автовокзал, там 36 квартал. Такой здесь парк. Иду к третьему микрорайону. Покажу вам бывший космос. Кинотеатр, звезда. И двор покажу третьему микрорайону. Можете смотрите, вспоминайте. Да дома вы все знаете. Вот здесь такой парк. Парке. Это парк между 41 кварталом и третьим микрорайоном. Вот и третий микрорайон. Сейчас дорогу буду переходить. Третий микрорайон. Третий микрорайон. Вот это все третий микрорайон. Так иду. Сейчас весь покажу вам третий микрорайон. Можете. Кто-то здесь жил. Многие здесь жили в третьем микрорайоне. Эти места все многие знают. Вот вспоминайте, смотрите. Здесь кто-то в третьем микрорайоне жил, можете увидеть свои дома. Сейчас во двор зайду. Покажу там школу, детский сад. И внутри двора в третьем микрорайоне. Бывший космос. Кинотеатр был. Сейчас его сделаю. Ресторан. Это все третий. С правой стороны 41 квартал. Вот где 41 квартал. Там, где пожарные. Где пожарные. И возле пожарной там это был троллейбусный парк. Это 41 квартал. Третий микрорайон. Как гуляю. Погода сегодня пасмурная. Немножко так похолодало. Что-то нам
обещают за четверга дожди, мокрость, как снег, с дождем, дождь, снег с дождем, такие холод, сильный ветер, а? Посмотрим, пока все не видно, погода вот такая пасмурная. Вот сейчас пока погуляюсь, сегодня такая нормальная погода. Чисто август 41-й. Квадр. Вот эти микрорайоны, пятиэтажки эти. Может, здесь свой дом увидите. Кто знает, вот эти пятиэтажки, жилые дома. Дом 12. Вот там через дорогу был бывший троллейбусный парк. Я его тоже вам покажу. Дальше уже четвертый Микайно идет. Через дорогу уже четвертый начинается Микайно. Я сворачиваю уже налево. Это все третий Микайон, так хожу. Третий Микайон. Через дорогу там больница, роддом. Скорая помощь. Это третий Микайон. Вот как я иду по улице. Смотрите, вспоминайте. Многие узнают это место в третьем микрорайоне. Многие здесь жили в третьем микрорайоне. Через дорогу это роддом. Роддом и больница, что там дальше.
А там дальше через дорогу уже третья школа и второй Михаил через дорогу. Второй Михаил. Налево опять свернул, по улице иду, напротив парк, и ты, и второй Михаил. А это ты, все это третий Михаил. Сейчас вам покажу. Бывший гимнокосмос был, и зайду во двор третьего микрорайона. Потом оттуда пойду к 41-му квадру. Все это третий микрорайон. Сейчас зайду во двор. Все, захожу во двор. Вот здесь бывший космос. Кинотеатр был. Вот он. Это. И вот кинотеатр. Космос бывший. Пошел во двор. Сейчас вам кинотеатр покажу. Сейчас мы Байс. Здесь ресторан. Вот он, кинотеатр Космос бывший. Здесь детский сад. Может, кто-то здесь ходил в детский сад в третьем микрорайоне. И вот космос. Это бывший кинотеатр. Космос был. Еще здесь такая девятиэтажка. Тут здесь жил до девятиэтажки. Этот двор. Вот такой двор. Может, кто все дома узнаете здесь во дворе. Это все девятый. Вот здесь двор. Третий микрорайонный двор, зашел так во двор. Вот это был кинотеатр. Сейчас космос. И вот сделаем сейчас Shadow Side. Это был курс. Бывший кинотеатр был. А вот здесь. Это все третий микрорайон. Так во двор зашел, третий микрорайон вам показываю сейчас. Двор, как он выглядит, третий микрорайонный двор. Здесь многие все вспомнят. Здесь новостройка уже стоит. Такая новостройка здесь. Но началось. Эти взрыв пакеты, вот эти все хлопушки. Такой дворик здесь. Дом 18, дом 30. А, кто здесь жил? И новостройка здесь уже. О, начались эти хлопушки. Как Новый год уже, все, вот эти хлопушки здесь. Сейчас во дворе я вам двор покажу, эти микрорайоны. А потом приеду к туда. К 41-му квадру.
Скажи. Из школы. Дом 17 до 30. Вот он. Вот здесь детский сад. Да, это детский сад. Вот, это детский сад. Кто здесь ходил в детский сад? Эти микаюни. Вот это детский сад здесь. Ага, такой. Дальше там школа. Пройдемся. Так. Это детский сад. Я не знаю номер какой это детского сада. Вот эти микаюни. Вот. Вот те тоже школы. Сейчас вам школу покажу. Вот, вспоминайте. Эти микрорайон. Здесь стадион. Вот эти остались еще. Вата. Слева, справа, вата. Это был школьный стадион. Здесь новостройка такая. Такая здесь новостройка. Вот здесь школа. Вот это какое гуляет по полю. Это поле школы. Третьим микрорайоном. Там еще один детский сад, и два детских сада. Возле, нет, это Космосов детский сад. Еще один, возле, вот, возле, сзади гаражей детский сад. Здесь школа. И вот еще детский сад в третьем микрорайоне. И вот школа. Возле, кто-то жил возле школы. Смотрите. Там баскетбольная площадка. Какие-то голки. Тренажеры какие-то. А, слоник. Какая там площадка? Сейчас вам покажу эту площадку. Это школа. И такие туники здесь остались. Смотрите. Сколько лет этой туника. Я вам покажу сейчас эти туники. Мы это лазили. Я тоже это на этих лазил. В школах это было. До сих пор они остались и туники. В школе. Возле школы. Сколько им лет? Вот эти туники. Кто это помнит? Что там такое? Вот эти туники, кто помнит такие? Вот эти железы, сколько им лет? Это туника. Возле школы. Еще вот такие туники остались. О, это сколько ему лет. Смотрите, кто это лазил на этих туниках. Смотрите, сколько. Вот такие туники. Если моя рука достанется, да, вам покажу. Вот моя рука. Как это мы лазили по этим туникам. Вот еще одни. Вот это как. Кто лазил по этим туникам, вот этим железкам? Еще смотрите. Кто помнит, такие школы были? Мы их через них припрыгивали. Ой. Кто время засекали и начинали все припрыгивать командами через вот эти. Я это помню, у нас в школе во дворе такие были туники. Должны прилазить этим. Со сбегом нужно быстро бегать. И обратно. Вот эти туники. Сколько им лет? Вот. Еще вот такие туники. Лазили мы. Вот эти еще. Смотрите, сколько лет им. Это туника. Вот сколько им лет. Там сейчас покажу вам. Детская площадка осталась. Все советское времен. Это третий микрорайон.
школа. Вот это школа. И вот эти туники здесь, сколько им лет. Да, все остались. Многие это вспомнят. Там детская площадка советского времени. И еще помните слоник Гоока? Сейчас вам покажу это. Кто здесь живет в этом районе? И вот они, это площадка, вот эта спортивная площадка. Школа. Вот здесь дорога в школу. Вот. В школе кто учился. И вот еще один детский сад. В третьем микрорайоне. Сейчас вам покажу. Вот это школа. Там еще один детский сад. Какой? Слева, справа. И сейчас детскую площадку-то покажу. Многие вспомнят. До сих пор она, эта детская площадка, еще с той времен, с советской времен, с 90-х, они остались. Сейчас покажу эту площадку. А что это? Вот она. Это детская площадка. Слоник. Смотрите. Баскетбольная площадка. Сейчас зайду. Да что это? Сколько им лет этим? Ты нажал. Кто здесь лазил? Вспоминайте эти. Все эти, вот эти. Сколько поколений это было? Эти. И вот эти. Даже вот это у нас было в школе, вот в спортзале. Но у нас не железные были, такие деревянные такие были лазили. Детский сад вот это. Баскетбольная площадка. Вот эти тоже железки. Это. Вот им сколько. А вот и слоник. Смотрите, сколько ему лет. Здесь это качели были вообще. Ну это сколько занимались это. Это площадь, сколько им лет. Краска тоже. Просто краска сошла, а краска так осталась, ее не красили. И вот это тоже детская. Тоже осталось. Вот это, сколько мы лазили. Так и осталось. Вот я все слоник покажу, кто катался на этом слонике. Здесь качели были, просто у них нет. Качели сняли. Здесь были качели вот эти. Туники остались. И вот она, слоник. Гоока слоник. Кто это помнит? Вот он. Сейчас вам так сниму, покажу вам. Смотрите, слоник. Гоока. Там еще дети качаются, еще это качели стоят. А вот здесь сняли. Вот они. Здесь так еще остались. Баскетбольная площадка, просто там нету сетки в них. Вот они так скатывались, этот Гоок. Беседка так осталась, и вот качели там еще есть. Дети катаются. Вот эта беседка. И вот она этот. Это слоник, сколько ему лет? У нас в детском саду такие были. Вот такие в детском саду. У нас так в детском саду тоже были, так и стояли. Так и он остался. Это сколько ему лет? Многие все помнят этот тип. Это слоник. Вот здесь мы залазивали. Лестницы то же самое, остались в 90-х. Вот эти лестницы так и остались. Потому что немножко эти ручки так немножко скривились.
А так тоже все, что и так и еще осталось. У нас в каждом два и тоже было. В первом кладе тоже такое было. Эти горки. Детские эти горки. Здесь был проход один. Вот здесь. Тоже залазили, сейчас его закрыли. Здесь как внутрь. Походили вот это внутрь, после его здесь закрыли вот так. Там залазили, все пятки так играли. Вот эта горка. Сколько ему лет. И вот эти колеса шины. На них прыгали, гуляли. Я бы гулять, а залазивали даже. Сколько это лет от площадки. До сих пор сохранились. Но они лучше. Вот и как так сказать. Даже не ржавели. Это площадки. Это детский сад. Все, пойдем дальше. Он мне показал. Туники. Вот это. Вот эти микрорайоны вам показал. Вот так. Вот здесь такая детская площадка. Сохранили эту площадку. Ну хорошо, что что-то есть. Вот память. Вот солнышко ушло. И вот он, детский сад. Еще один. Кто-то здесь ходил в детский саду. Еще одна беседка. С того времен осталось. Вот это беседки. Вот этими камнями, вот это еще беседка так осталась. Старые беседки. Вот эти были все, в каждом во дворе такие железные были столы в беседках, вот такие. Вот такая крыша. Смотрите, ноги вспомнят. Такие столы здесь были железные. Сколько ему лет. И скамейки тоже так остались. Вот. Сколько ему лет. Без много с этими каюнями здесь почему все осталось. Иду сейчас 41 клад вам показал эти микрорайоны. Сейчас через школу иду. Вот эта школа, кто-то наверное, знает, учился здесь эти микрорайоны в школе. Все, ухожу со двора. Такой здесь дворик. Уже нашел. Сейчас вышел с этими кайона. Иду к 41 квартал. Покажу 41 квартал. Может кто-то там жил в 41 квартале.
после светофора через дорогу начинается 41 квадр. Это пока третий микрорайон. Через дорогу 41 квартал.